Настройся на романтику. У нас есть еще для вас, Александр, блиц-опрос. Да. Быстрый такой. Несколько вопросов, и, соответственно, вы на них быстро, не думая, практически отвечаете. Если вы готовы, давайте попробуем. Давайте. Что должен уметь мужчина? Поменять колесо, лопнувшее. Что должна уметь женщина? Зашить, знаете, вот что-то вот, если порвалось, как вы, не все девушки сейчас это могут. Мне далеко кажется, не все, я бы даже сказал. У девушки всегда должна быть с собой иголка и нитка. Я не знаю, как и где они их носят, но вот на всякий случай я считаю, вот да. Самый романтичный фильм, на ваш взгляд? Давайте скажу «Служебный роман». Давайте, да. Я бы с вами согласился. И следующий вопрос. Чего никогда нельзя делать на первом свидании? Рассказывать о своей личной жизни правду. О прошлой личной жизни. Да, да. Я будущий, особенно в том числе. Текущий. Рассказывайте о своей жене. Да. Когда и с кем, Александр, был первый поцелуй у вас? Первый поцелуй у меня был... мне кажется, это было лето после школы. А, нет, вру. Это было перед этим. Перед школой. Да, это перед последним классом было лето, да. Девушка была на 2 года меня младше. Я пытался покорить ее сердце, катаясь на скейте, и мне это даже удалось, в общем. В итоге покорили сердце поцелуем. Да. Александр, что для вас свадьба? Ну, в двух словах, если. Свадьба — это такой женский вид спорта для меня. Очень интересная формулировка, первый раз слышу такую. В котором, да, приходится участвовать и мужчины. Как-то без мужчин трудно, они справляются. Ну, это такой большой подарок, мне кажется, который делают мужчины. Вот большое женское воспоминание, а для мужчины это большая ответственность, чтобы его не испортить. За что вас... Да. Да. За что вас ругают близкие люди? За пониженную эмоциональность. А нужна ли она? Вопрос. Мне нет. Нет, может быть, они хотят. Какими достижениями вы гордитесь? Я горжусь успехом журнала «Максим». Я горжусь тем, что в этом году написал и выпустил книгу, роман «Красные огурцы». Всем советую, юмористический роман. Я горжусь своей дочкой, которая уже большая, ей 20 лет. Я ей очень горжусь. Вот, ну, мне кажется, достаточно для Более блица. Чем. Да. И еще буквально пару вопросов. Какой сверхспособностью хотели бы обладать? Домашняя заготовка, я уже думал об этом. Я бы хотел записывать сны, а потом их смотреть. На так видео? Как... Да. Фантастика просто. Что может поднять настроение вот так невзначай и с нуля буквально? Ну, хорошая шутка, что-то остроумное. Вот буквально демотиватор увидишь. И вот прям этого про достаточно. Тебя, да. И, наконец, чтобы, ну, поскольку сегодня 1 декабря, началась зима, что бы попросили у Деда Мороза, если бы знали, что ваше желание точно сбудется? Ой, знаете, я бы попросил хороший Новый год, вот такой сказочный, вот его пережить, вот, потому что очень часто как-то за суетой он так проскакивает, ты его ждешь, вот чтобы было прям вот и снежок шел, и вот почувствовать что-то особенное, и вот именно чтобы это была романтичная ночь, чтобы было как в кино, знаете, или как в клипе «Last Christmas» Джорджа Майкла. Вот такой такое да. Рождество вот с елочками, с оленями и чтобы как в детстве было. С красивым снегом. Романтики, у нас сегодня в гостях был главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. Было очень приятно пообщаться, Максим. Спасибо да, большое. Да, ну и спасибо. Пару слов нашим слушателям романтиков хотелось бы от вас услышать. Друзья, если вы на этой волне, значит, вы сделали правильный выбор не только на радио, но и в жизни. Радио «Романтика» 98,8 FM.